Добрый вечер, ребята. Значит, лишь 40, и сразу хочу сказать смысл видоса. Ну, я на форумах покурил до хрена, так сказать. И я заметил, что скоростя у лишь 40 не такие уж и большие. Так что я чуть-чуть сейчас похвастаюсь, ребята, и если что, не знаю, можете потом в комментариях писать, у кого сколько. Значит, ребята, GSB 0,47 грамма, 0,475 грамма, вернее, 0,67 грамма, вот три штуки их, ребята, но я больше не посчитал нужным. И Plinking 0,5 грамма, ну они, ребята, знаете, одни лезут свободно в казну, другие поплотнее, короче, ну, для теста не такие уж пули, какие нам хотелось бы. Значит, ребята, ИЖ-40, газовая пружина от ВАДА, значит, на 90 атмосфер. Там, ну, где-то, не где-то, а 45 килограмм он должен быть. Значит, 45 килограмм. Вот, сейчас посмотрим вот через хронограф. Начну я с Plinking, значит. С Plinking я начну, ребята. С этих, как его. Вот. Так, нормально. Видно все. Начали с Plinking, ребята. Вот. С Plinking начали. Вот 151, радует, тоже 151, значит. А, ребятушки, забыл я сказать, что у меня там стоит, значит, залитая манжета тоже от ВАДА открытого типа. Значит, ребята, я манжету заливал не из-за того, чтобы мертвый объем убрать. Нет. Я заливал манжету из-за того, чтобы он не сложился у меня. Поняли, да? А то перед этим у меня тоже были хорошие скоростя, но они сложились. Вернее, он у меня сложился. Ну, тогда у меня стояла закрытого типа манжета, ребята. Он сложился у меня. Ну, как назло. Скоростя были хорошие. Так. Такие пироги, короче. Ну, надеюсь, хватит. Блин, пулю уронил. Ничего. Возьмем пульку. Дуплет. Короче, нормально пуляет. Plinking. Сейчас, ребята, значит, начнем. Вот 0,475 грамма GSB. Ну, естественно, они должны по, так сказать, по стабильнее лететь. По стабильнее я имею в виду, что повторяемость перед выстрелами, между выстрелами должна быть получше. Дуплет. Я же говорю, ребята, вот 152, 152, пожалуйста. Эрор. Не поймал, значит, не увидел. Я держал неровно, значит, тест. Сейчас посмотрим. 153. Еще одну, ребята. И хватит. 0,47 грамма, значит. 152. Короче, 0,475 он пуляет. 152. Ну, реально хорошо пуляет, короче. Начали, ребята, значит. Как его? 0,67 грамма. Вот. С освещением проблема тут.
Ну, 67, ребята. Вот начали. Звук другой тупой. Оба-на! Yes! 119, ребята. А у ребят я читал на форумах, короче, 120 метров, 0,547 грамма. А у меня, ну не знаю, я не хвастаюсь, но нормальные скорости. 120-ник, ребята. 0,67 грамма, ребята. 0,67 грамма. GSB. Блин, я рад. Есть! Короче, есть! Есть, ребята, есть, есть, есть. Все. Я рад, я счастлив, ребята. Вы знаете, что 152 метра в секунду, ребята. Я вам отвечаю за свои слова, что у сороки, да? Нет мамочки. Ты только попади в сороку, у нее мамочки не станет сразу. Все. Вот такие пироги. Ну все, ребята. Люблю всех, уважаю. До свидания. Вот такие пироги. Вот такие пироги.